вас. Как дела? Как настроение? Вы в школе хорошо. Да, царь. Единственный царь. Вы понимаете, что сегодня в Ясном будет сам младенец. Будущий царь. Спаситель мира. Спаситель мира младенец? Идите, найдете его, приведите сюда. Я хочу тоже ему преклониться. Царь! Иди сюда. Прикажите им, чтобы шли дальше. Шли отсюда! Идите своего царя, царь! Давай! Скажи. Это черная бусинка символизирует она черного цвета, потому что сердце Ирода было полно злости, жадности, греха. Я вам раздаю. Не надо. Одну возьми бусинку. Возьми, отдайте нам одну. Маша, куда? Берите. Вот так вот. Я тебе дам. Спасибо. А зачем же раздавать жадность и грех? Или это нужно затоптать? Жадность и грех надо затоптать? Ну да. Они в карманы ложат. Разбираем бусинки. Можно? Расскажите еще раз. Эта бусинка символизирует грех. Она черного цвета, потому что в сердце Ирода было полно жадности, полно злобы, полно греха. И надо ее что-то с ней сделать? Съесть. А вам расскажут потом. Да, хорошо, да, спасибо. Вам расскажут. Кто не взял бусинку, возьмите. Ты взял, Виталий?